дела, Эйнштейн? Ты опять Карлсона смотришь? Ты его скоро наизусть выучишь. Ну ладно, смотри. Я из магазина что-то вкусненькое принес. Нет, не колбасу. На колбасу нам денег не хватает. Ну ничего, жизнь без денег мне уже надоела. Скоро заживем. Малыш, ведь я же лучше. Привет, Эйнштейн. Сейчас работу хорошую найду. Заживем с тобой. Колбасу будем есть каждый день. Ну, конечно же, я куплю ошейник, который тебе понравился. Обещаю. Мое слово – закон. Ну, Эйнштейн, пожелай мне удачи. Сегодня у меня собеседование. Нет, Эйнштейн, я туда пойду один. Алло? Вы нашли мою собаку? Спасибо, я понял. Да, Борис Михайлович. Ну, конечно же, завтра могу прийти пораньше. Вы же знаете, вас никогда не подводят. Эйнштейн, не мешай. Ну, хорошо, всего доброго. Да, Борис Михайлович, да я доделаю отчет сегодня ночью. Мое слово, как вы знаете, закон. Ха, да я обещаю. Эйнштейн, ты опять Карлсона смотришь? Как же ты надоел. Все, хватит. Мне работать пора. Давай, иди отсюда. Не мешай, сказал. Эйнштейн, иди сюда. Эйнштейн, вот как ты мне дорог. Ладно, пошли погуляем. Так, я через 5 минут пришлю все образцы. Да, я сегодня все закончу. Ага, до свидания. Эйнштейн! Эйнштейн! Привет, Эйнштейн. Прости, виноват. Прости, я тебя предал. Знаю, что поздно, но это тебе. Ты же знаешь, мое слово – закон. Друг, подожди, не уходи. Сколько песен еще не допета нами. И бокалы еще полны. Ты успеешь всегда уйти вслед за облаками.